Честно, ты не знаешь, что может... Ай! Роуз, нет! Что это? Малыш, идем скорее. Похоже, у девочек какие-то проблемы. Бристол, ты же не думаешь? Именно об этом я и думаю. Смотри, должно быть, они прошли сквозь зеркало. О, нет. Нельзя было этого делать. Это может испортить абсолютно все. Ты права. О, нет. Наш план полностью провалился. Ой-ой. Я не вижу здесь никаких красивых флагов. А ты, Рост? Ничего. Нам нужен всего лишь один самоцвет, чтобы наконец-то получить чары от королевы Девианы. Как только мы закончим поиск сокровищ, то будем танцевать на королевской волшебной церемонии. Погодите-ка, давайте соберемся. Чтобы выполнить задание, нам нужно найти блестящие шарики, маги-принцессы или красивые флаги. Но мы ничего не нашли. Я надеюсь, остальные Enchantimals справляются лучше нас. Что ж, Санрайз, как вообще выглядят эти маки и принцессы? Может, вот те летающие цветы? Хм, я ничего не вижу. Надеюсь, остальные оказались удачливее, чем мы. О, кажется, мы уже близки к нашей находке, Вингли. Ты согласен? Даже не знаю. О, нет! Время заканчивается! Простите, извините, мы ничего не нашли в королевском гардеробе! Не волнуйся, Паулина, я не нашла ни одного мака-принцессы в тайном саду. А под радужным куполом были только радуги. Никаких красивых флагов. Погодите-ка, вы видите то же, что и я? Виск, ты знаешь, что делать! Урни! Я могу поклясться, что раньше этого флага там точно не было. Погодите-ка, вы думаете о том же, о чем и я? Что предметы из поиска блестящих сокровищ появляются только когда мы работаем вместе? Вообще-то я думала о том, что очень хочу печенье, но это даже лучше. Маки-принцессы и блестящие шарики. А значит, мы смогли выполнить задание! Как команда! Наш последний самоцвет! Мы выполнили финальное задание и теперь получим свои волшебные силы от королевы Девианы! Поздравляю вас с тем, что вам удалось собрать все три королевских самоцвета. Мы вами гордимся. И особенно гордимся тем, что для выполнения задания вы научились действовать сообща. Теперь мы получим свои волшебные силы. Ну, не совсем. Получение волшебных сил – это особенный момент. А для особенных моментов нужны особенные украшения. Нам с Бристол нужно еще кое-что сделать, чтобы подготовиться к королевской волшебной церемонии. Так что мы предоставим вам украшать бальный зал вместе. Жду не дождусь, когда вы познакомитесь с королевой Девианой. Все это так волнительно. Думаю, нам пора приступать. Мы справимся! Я боюсь, что мы не справимся. Он такой большой и красивый. Чем же нам его украсить? Может, обклеить драгоценными камнями? Или блестками? Что скажешь, Виск? Но мы не хотим, чтобы все было липким. Согласна? Это верно. И у нас нет драгоценных камней, да и вообще никаких украшений. Что же нам делать? Королевская волшебная церемония уже сегодня. Где бы нам найти украшения? Может, принести сюда облачные деревья? Глайд, ты думаешь о том же, о чем и я? Клубничное мороженое? Да, я тоже думаю, что клубничное мороженое вкусное. Но сейчас я думала о том, что... Что клубничное мороженое еще вкуснее с шоколадом? Нет. О том,
том, что клубничное мороженое с шоколадом еще вкуснее с пирогом. Нет. Я думала, что мы можем взять предметы, которые мы нашли при поиске сокровищ, и украсить ими бальный зал. Да, шарики будут чудесно здесь смотреться. И много маков-принцесс. И не забудьте о красивых флагах. О, мы можем использовать все дары королевского острова для украшения зала. Приступим! Смотрите, королевский зал такой красивый! О, такой же красивый, как королевский остров! Молодец, что взяла радугу с полосы препятствий, Диана! А ты молодец, что взяла драгоценные цветы с королевского острова! Флаги великолепны, Паулина! Такие царственные! О, как все красиво! Мне не терпится начать церемонию! И получить наши волшебные силы от королевы Девианы! Надеюсь, королеве Девиане понравится здесь так же, как нам. Мы справились. Стоп, мы же справились, да? Да. Да, королевы! Я не вижу здесь никаких красивых флагов. А ты, Рост? Ничего. Нам нужен всего лишь один самоцвет, чтобы наконец-то получить чары от королевы Девианы. Как только мы закончим поиск сокровищ, то будем танцевать на королевской волшебной церемонии. Погодите-ка, давайте соберемся. Чтобы выполнить задание, нам нужно найти блестящие шарики, маки-принцессы или красивые флаги. Но мы ничего не нашли. Я надеюсь, остальные Enchantimal справляются лучше нас. Что ж, Санрайз, как вообще выглядят эти маки и принцессы? Может, вот те летающие цветы? Хм, я ничего не вижу. Надеюсь, остальные оказались удачливее, чем мы. Ох. О, кажется, мы уже близки к нашей находке, Вингли. Ты согласен? Даже не знаю. О, нет! Время заканчивается! Простите, извините, мы ничего не нашли в королевском гардеробе! Не волнуйся, Паулина, я не нашла ни одного мака-принцессы в тайном саду! А под радужным куполом были только радуги! Никаких красивых флагов! Погодите-ка! Вы видите то же, что и я? Виск, ты знаешь, что делать! Я могу поклясться, что раньше этого флага там точно не было. Погодите-ка! Вы думаете о том же, о чем и я? Что предметы из поиска блестящих сокровищ появляются только когда мы работаем вместе? Вообще-то я думала о том, что очень хочу печенье. Но это даже лучше! Флаг, маки-принцессы и блестящие шарики. А значит, мы смогли выполнить задание! Как команда! Наш последний самоцвет! Мы выполнили финальное задание и теперь получим свои волшебные силы от королевы Девианы! Поздравляю вас с тем, что вам удалось собрать все три королевских самоцвета. Мы вами гордимся. И особенно гордимся тем, что для выполнения задания вы научились действовать сообща. Теперь мы получим свои волшебные силы. Ну, не совсем. Получение волшебных сил – это особенный момент. А для особенных моментов нужны особенные украшения. Нам с Бристол нужно еще кое-что сделать, чтобы подготовиться к королевской волшебной церемонии. Так что мы предоставим вам украшать бальный зал вместе. Жду не дождусь, когда вы познакомитесь с королевой Девианой. Все это так волнительно. Думаю, нам пора приступать. Мы справимся!
Я боюсь, что мы не справимся. Он такой большой и красивый. Чем же нам его украсить? Может, обклеить драгоценными камнями? Или блестками? Что скажешь, Фиск? Но мы не хотим, чтобы все было липким. Согласна? Это верно. И у нас нет драгоценных камней, да и вообще никаких украшений. Что же нам делать? Королевская волшебная церемония уже сегодня. Где бы нам найти украшения? Может, принести сюда облачные деревья? Глайд, ты думаешь о том же, о чем и я? Клубничное мороженое, да? Я тоже думаю, что клубничное мороженое вкусное. Но сейчас я думала о том, что клубничное мороженое еще вкуснее с шоколадом. О том, что клубничное мороженое с шоколадом еще вкуснее с пирогом. Нет. Я думаю, что мы можем взять предметы, которые мы нашли при поиске сокровищ, и украсить ими бальный зал. Да, шарики будут чудесно здесь смотреться. И много маков принцесс. И не забудьте о красивых флагах. О, мы можем использовать все дары королевского острова для украшения зала. Приступим! Королевский зал такой красивый! О, такой же красивый, как королевский остров! Молодец, что взяла радугу с полосы препятствий, Диана! А ты молодец, что взяла драгоценные цветы с королевского острова! Флаги великолепны, Паулина! Такие царственные! О, как все красиво! Мне не терпится начать церемонию! И получить наши волшебные силы от королевы Девианы! Надеюсь, королеве Девиане понравится здесь так же, как нам. Мы справились. Стоп. Мы же справились, да? Да. Да, королевы! Не могу дождаться нашей пижамной вечеринки. Обожаю пижамные вечеринки. Вы видели фото Тедди для нашего предстоящего конкурса причесок? Мы на них просто рок-звезды. Кто-то сказал рок-звезды? Тейдж, ты приехала. Тейдж, я обожаю твою музыку. А, можно автограф? Тейдж, это Габриэла. Как же. Приятно. И Камила. Очень приятно. Тейдж, мы очень рады, что ты выступишь на фестивале. Это будет невероятно. Скажи, если тебе что-то нужно. Спасибо, но хотелось бы познакомиться с группой. Твоей группы? Вообще-то у нас нет группы. Нет группы? Но я не могу играть без группы. Разве фестиваль о самовыражении может пройти без музыки? Ну, наверное, мы можем стать группой. Точно! Но у нас нет музыкальных инструментов. Зато у нас есть голоса. Верно, Клэп? Ну, допустим. Подождите, мы же в солнечной саванне, так? Да. Если я не ошибаюсь, здесь все не всегда такое, каким кажется. А ты подготовилась. А это значит, что если мы проявим фантазию, то сможем найти все нужные нам инструменты прямо здесь. Например, это может быть инструментом. Кажется, я поняла. Ух ты! А как насчет этого? Смотрите! Ух ты, это же клавишные! Жаль, я не умею играть. Ух ты! Волшебный клавиши! Здорово! Да! Зажигаем! Может, сами напишем? Да, а остальных девочек попробуем подготовить танец. Согласна, Кейден. Ладно, ну что ж, все готовы зажигать? 5, 6, 7, 8! Ну все, достаточно. Возможно, нам не помешает порепетировать.
вообще такое? Это мой заменитель! Так что же этот твой заменитель делает? Он заменяет вкусы. Вот ты, например, хочешь поразить своих посетителей, да? Возьмем острый перец и мармелад. Загружаем, включаем и... Нужно еще кое-что подправить. Ой-ой! Что это было? И почему на мне твоя одежда? Похоже, мы поменялись телами. Спокойно, я все исправлю. Надо только это починить. Мы поменялись телами? Нет! Только не сегодня. Верни все обратно. Ну, понимаешь? Прямо сейчас. Вот-вот должна прийти Лариса, чтобы написать отзыв о нашем открытии. Не волнуйся, просто притворимся друг другом, пока я это все не починю. Вики, Дженни, привет! Ой, нет, не переживай, я сделаю все, чтобы получить лучший отзыв, обещаю. Крист, почини мой заменитель, и поскорее. Лариса, Ринглет, добро пожаловать к нам, как называется кафе? О, в кафе! Все хорошо? Она волнуется. Открытие же. Ох, Бри, а ты что здесь делаешь? Я для поддержки. Ведь такая беспечная изобретательница, как я, не смогла бы открыть свое кафе. Что? Вы сегодня обе какие-то странные. Лариса, не желаешь отведать восхитительный кексик от Пики? Какой вкусный. Поделишься рецептом? Очко! Очко! Дай угадаю. Малиновое мороженое с горчичными зернами? Да, это мое любимое. Я буду такое же. Мне кажется, или Флэк правда повторяет все движения за Флэпом. Честно, овечки могут быть очень преданными. Я хочу, чтобы Флэк двигалась сама. Овцы отлично играют в бадминтон благодаря тому, что прекрасно прыгают. А как мы прыгаем через заборы? Возможно, зато павлины умеют летать. Расскажи мне о себе, что тебе нравится? Я люблю моду. Я тоже. Вечеринки. Я тоже. Люблю делать красивые вещи. Я тоже. Я тоже. О, прости, твоя очередь, так? Я уверена, что у нас с тобой много отличий. Я тоже. О, ты не пошутила про овечек, правда? Это видно. Нет, может, немного. Но нас объединяет то, что наши зверушки стали лучшими друзьями. Надеюсь, они и дальше будут дружить. Да, я тоже. То есть, было бы здорово. Ha ha ha!
Уверена, что она хочет домой. Я слышала, Флэп предложил ей остаться на ночь. Не ложитесь слишком поздно. Завтра турнир по бадминтону. Моя партнерша должна быть в форме. Знаешь, чего не хватает этому великолепию? Дечка, первые пришли. Добро пожаловать. О, здесь чувствуешь такое умиротворение. Не знаю, правда ли ты? Слишком умиротворяюще. Но мы не против, они принимают нашу специальную цветочную процедуру, самую расслабляющую из всех. Я вижу, в корзине полно товаров. Что ты принесла? Представляю нашу новую линию духов с настоящими природными ароматами. Сенсационные цветочные ароматы! Сенсационные цветочные ароматы! Мне нравится! Это ты еще их не пробовала. Позволь. Фиксатор не дает открыть крышку флакона. Помоги же мне, Кейпер. Извини, пожалуйста, мы все приберем. Все нормально, ничего страшного. Просто вдохни и расслабься. А мы с тобой принесем швабру. Да уж, сумела произвести впечатление. Давай приберемся, пока они не вернулись. Быстро тащи полотенце. В пироге для всех наших друзей. Дай, дай. Срывай персики, Твис. Давай я попробую. Везет, у тебя смягчающие обстоятельства. Надо что-то придумать. Твист, мы станем изобретателями. Я наверх! Подружки-зверюшки, нет в мире дружней. Поддержим друг дружку в любой из затей. Джанки Маус, дети лесной страны. Где что ни день, веселье, танцы, песни. Друзья наверх, пускай не похожи мы. Джанки Маус. Энчанти Маус. Новое изобретение. С такими пружинками прыгать будет еще веселее. Мое новое изобретение. Зайчик выше, прыг-прыг, штука! Можно попрыгайчик, чтобы короче. Ты готов прыгать до неба? Да. А это зачем?
Когда допрыгнешь до веток, собери как можно больше персиков. Понял. Удачи!
интересно. Ай! Похоже на колючие груши. Хорошо, что он водонепроницаемый. Здесь нигде ягод не видно. Может, они под водой? Как клюква, прочёт в трясине. Ой, там что-то жёлтое, колючее. Как и на Марс. Странно, они не растут под водой. Может, история о мороженом, которое никогда не тает. Есть! Еда в дорогу есть? Фонарик? Есть! И самые важные вещи – компас и карта, чтобы найти дорогу. Так, Флик? Флик? Я здесь! Почему ты под этой кучей вещей? Ты же должна была собраться! Я пытаюсь! Я помогу. Трудно угадать заранее, какое мне будет настроение и что я захочу надеть. Может, голубую блузку? С ней пойдет оранжевая или фиолетовая юбка. Значит, придется взять абсолютно все. Ладно, может, и не все. Флэп, зачем ты разбираешь чемодан? Я не хочу ехать. Боишься уезжать из дома? Ага. Может, ты поможешь мне решить, что взять с собой? А я помогу тебе не бояться. Ну, я не знаю. Знаешь, потихоньку. Потихоньку. Привет, мы пришли. Готовы ехать? Флик, надо отправляться в путь, если мы хотим добраться до темноты. Ладно. Выну часть вещей из рюкзака и выложу вещи, Флик. Так, ладно. Сколько вещей? Пора идти! Пора идти! Вы слышали птичку? Пора идти! Готовы! Видишь этот контейнер для продуктов? В нем я повезу домой мороженое, которое никогда не тает. А, мы можем есть мороженое всю нашу экспедицию. Как во время поездки в джунгли. Да, Джейла, можешь есть мороженое, даже катаясь по волнам. Куда нам идти? Туда. Туда. Достану компас. И карту. А, мы заблудились. Не могу найти. О, нет. Я вынула их, чтобы сложить твои вещи, Флик. И забыла положить обратно. Упс. Мы заблудились. Нет, Флэп, не заблудились. Нет, Петер. Мы давно здесь не были, но уверена, нам сюда. Так, Джейла? Лучше бы ты нашла рюкзак и собралась вовремя, потому что тогда... Та-дам! Бутики джунглей были. Ходить, пока ноги носят, сделано. Теперь нам осталось лишь успеть через полчаса на встрече Пики и Шини. И тогда дело сделано. Похоже, тут кто-то выдохся. Привет, Сила, Треводи. Привет, Фелисити. О, Флик, кажется, тебе не помешает побаловать себя. Да. Треводи, помоги бедняжке Флик подняться и отведем эту парочку в спа на расслабляющие процедуры. Не знаю, Сила, мы скоро встречаемся с Фики и Шини. Боюсь, мы не успеем. Значит, вам нужны экспресс-процедуры для релаксации. Ну, ладно. Если только экспресс-процедуры. Не волнуйся, Фелисити, с этим мы поможем. Теперь вы должны лечь и расслабиться, пока я готовлю свою знаменитую успокаивающую маску для лица. Гарантирую, что эффект вы почувствуете моментально. Отлично. Жду с нетерпением. В прямом смысле.
работает. Ладно, Флик, бежим отсюда. Не волнуйся, не успеет оглянуться, как мы уже вернемся. Для духов? Кто знает, что у нее на уме? Что это, серьезно? Думаете, я обратила это? Лист маслины? Перо павлина! Ты просила перо павлина, чтобы мешать? Да! У тебя действительно сильно заложен нос. Что ж, в доме полно того, из чего можно что-то сделать. Ой-ой, приказ Данессы. Говори, что делать, и я сделаю. Волшебство для своих целей. Не для своих. Мы помогаем тем, кто заболел. Она права. За дело! Да! Свежий бриз придал аромат весны. Так, пора испытать. О, я снова дышу. Насморк прошел. И аромат прекрасный. Попробуй теперь. Я чувствую. Да. Феерический фестиваль. Феерический. Я кенгуру Камила. Рада встрече. Это кто? Джоуи и Сэтчел. Привет. Зэйди попросила меня отвезти вас в магический сад. Я так рада. Захвачу карту. Надо еще зайти за слонихой Эсмеральдой. Эсмеральда! Эй, ты где? Где ты? Так вот ты где! В новых компаниях я немного стесняюсь. Грация, Сливка и Мамонт тоже. Ничего, мы все иногда стесняемся. Кроме Фелисити. Да, я как лиса в посудной лавке. Или слон в овечьей шкуре. А впрочем, это совсем не важно. Я так рада, что вы здесь. Не хотите освежиться в зачарованном пруду, пока мы не пошли в сад? Давай. Он вам понравится.
и есть зачарованный пруд. Я разочарована. Он выглядит таким... маленьким. В солнечной саванне все не всегда такое, каким кажется. Я все равно не понимаю. Я тоже. Все дело в командном духе. Возьмемся за руки, а остальное произойдет само. Что ж, ладно. Попробовать можно. Что? Что это происходит? Потому что мы действовали сообща. Я видела невероятный свет. Откуда он? Этот свет был из магического сада. Как раз там будет проходить фестиваль. Но он же так далеко. На самом деле нет. Привет! Привет! Но сначала мы покажем вам зачарованный лабиринт. Лабиринт? Вот здорово! Вот это приключение! Поздравляю всех с началом феерического фестиваля. Держи, а это тебе, и тебе тоже. Это для тебя, и ты держи. О, это для тебя. Да-да, они поняли. Ух ты, какой у тебя наряд, Бри! И ты, и Лиз, выглядите невероятно. Спасибо. Спасибо, Лэнди. А мне нравится твой цвет волос. Он тебе очень идет. Кстати, я вчера слушала репетицию группы, и они просто замечательные. Есть такое слово? Нет, я его придумала. Мне нравится. И мне. Энчантималки, питомцы, попрошу вашего внимания. Добро пожаловать на церемонию открытия феерического фестиваля «Солнечные саванны». Что случилось? Просто все на нас смотрят. О, да уж, теперь, когда ты сказала, я тоже разнервничалась. И мне теперь не по себе. Да, и я раньше никогда не выступала перед публикой. О, нет, вы нервничаете, и я теперь тоже. Такого со мной раньше не случалось. О, нет. Что такое? Похоже, у них боязнь сцены. Но они так много репетировали. Они справятся со страхом, я уверена. Как им помочь? Что нам сделать? Вы думаете о том же, о чем и я? Что нам надо их подбодрить? Надо было захватить больше пирожных. Знаете что, вы обе правы. Но сначала давайте их поддержим. Ух ты! Ух ты!
из Вандервуда. Добро пожаловать в зачарованный лабиринт! Как специалист по зачарованному лабиринту, я, Газель Габриэла, поясню вам... Простите за опоздание! Привет! Привет, Габриэла! Прости, пожалуйста, я делала Офелии новую прическу. Ладно, о чем я? Я подбирала новые образы для Лейси и для Рэпида, Фезерса и Флэппера. Постойте, а где же Рэпид, Фезерс и Флэппер? Ну ладно. Кажется, Габриэла рассказывала про лабиринт нашим новым друзьям из Вандервуда. Да, продолжим. Мы о вас так много слышали. Добро пожаловать, Бри, Фелисити и Данесса. Привет. Итак, зачарованный лабиринт – последнее испытание перед тем, как мы попадем в магический сад. И ваша задача – найти золотую розу. Золотую розу? Вот здорово! Она волшебная. С ее помощью мы заставляем цветы сиять и объявляем начало фестиваля. За дело! Идем вперед! Но в лабиринте может быть много неожиданного. Обещайте быть осторожными и всегда держаться вместе, хорошо? Обещаем! Здесь так жарко. Хочу. Чего я хочу? Воды? Нет. То, что я хочу, влажное и холодное. Вода? Нет. Оно такое, что хочется, когда во рту пересохло. Воды? Нет. Так и знала. Огромный рожок мороженого. Бри! Еще чуть-чуть! Он совсем рядом! Бри! Вернись! Он уже близко! Он совсем не близко, Бри! Мы почти у цели! Сильно сомневаюсь! Еще совсем немного! Подожди! Стой! Нам необходимо найти золотую розу, чтобы помочь нашим подругам с их феерическим фестивалем солнечной саванны. Думаю, именно об этом говорила Эсмеральда. Солнечная саванна. Здесь все не всегда такое, каким кажется. Мороженое не настоящее. Вместе. Мы команда. Ух ты. Невероятно. Ты справилась, Фелисити? Начинаю думать, что саванна приготовила для нас еще очень много сюрпризов. Как главный эксперт солнечной саванны по прическам, ответственно заявляю, что эти сверкающие ободки станут идеальным аксессуаром для нашего феерического фестиваля.